Мне для поездки понадобилась сумка поясная. Захотелось пошить ее самой. Остатков разных много. Ручка от сумки, которую я никогда не использовала. Замок и вот кусочки джинса. Когда я выкрою, покажу, как я выкрою. Крою всегда все на глаз, без выкроек. Решила на сумке поставить вышивку. Но так как электроника у моей машинки вышивальной живет отдельно, чуть-чуть корректирую вышивку. На внешнем виде это не отразится, но думаю, будет очень даже красиво. Промежуточный момент. Это я уже основные размеры выкройки сделала сумки поясной. Длина 40 сантиметров приблизительно, ширина 20. Сделала вышивку на передней части сумки. Ну и основные кусочки выкройки сделала. Сам поясок у меня есть. Замок решила поставить более нежный, нашла белый. Мне все равно, какой цвет будет. Вышивка машинная. Я ее быстро очень сделала. Следующий этап. Я вметала замочек и приготовила кулиску для ремня, которая будет затягиваться к задней части сумки. Сейчас я все это соберу и смогу показать следующий этап. Значит, следующий этап в моей поясной сумке. Я пристрочила, решила, что мне нужен внутренний карман. Вот я его пристрочила по передней стенке сумки. Здесь я сделала вот такие выточки, складки глубокие, чтобы придать объем самой сумке. Сам крой сумки совершенно простой, и за счет заложенных складок я придам ей объем. По задней стенке сумки я пришила кулиску. Сюда будет затягиваться пояс, который оденется потом на талию. Следующий этап пошила. Я обе части соединила с изнаночной стороны полностью строчкой. Оставила открытым молнию, чтобы иметь возможность вывернуть. И полностью по периметру всей сумки поясной я ее перестрочила. Верхнюю часть я уже обметала. Сейчас я еще здесь обработаю и все, и буду выворачивать. С этой стороны она квадратная, с внутренней стороны, которая будет к животу. А с внешней стороны нижняя часть слегка закруглена, пришит карман. И с верхней части, вот тут вот где замок, я заложила вот такие складочки. Ну, это будет видно, когда я выверну. Форма придается сумке. Сейчас я обрабатываю, выворачиваю. Сумка готова. Окончательно сумка обработана изнутри. Сейчас обрежу лишние ниточки и выворачиваю сумку, показываю, какая она получилась. Ну вот и готова моя сумочка. Я продела ремешок. Она еще пустая, поэтому так немного смятая кажется. Но форму держит отлично, поверьте, я уже примерила. С изнанки она смотрится вот так. Пояс продет, держится отлично. Очень симпатично, под джинсики, под маечку, под курточку, будет и красиво, и функционально. Вот такая сумочка у меня получилась. Очень просто делается, на самом деле она шьется где-то, ну, с покройкой, с шитьем совсем, с примерками, ну, максимум 2 часа. Ну, плюс еще вышивка, сколько займет время. И еще я хочу немного камушки приклеить, ну, я же девочка. Будет совершенно идеально. Последний штрих, стразики. Ну вот я их наклеила, они сохнут. Ну, в общем, такая у меня будет поясная сумочка теперь. Не дождусь, когда я ее использую.